Последующие сказали, что они уже успели соскучиться. Так, отвези. А что будет, когда я уеду? Вообще, плач просто. Ты вернешься! Эй! Конечно, нет, я очень надеюсь, что минимум там два раза в день в год, осенью и весной, я буду обычно обязательно приезжать к вам и предоставить что-то громко. Ха, готовы? Вы точно готовы? Что вам рассказать? Следующая песня называется «В одной африканской стране». Мы уже выпустили ее, да. Она уже есть в сети. Она уже есть везде, да. Относительно новая, я не знаю, кто слышал, да, ее уже? Нещадно качают из недр нефть, а люди становятся только бедней, платя за бензин втройне. В одной африканской стране вечно твердят об угрозе извне. Народ ослепляют страхи и гнев, скрывая то, что важней. В одной африканской стране хотят навсегда запретить интернет, но люди молчат, опасения нет, их это устроит вполне. В одной африканской стране прав тот, кто богаче, и тот, кто сильней. Полиция тоже на их стороне, собаки хранят свиней. Думать об этом спокойней вдвойне, ведь все это там, в африканской стране. И это не может сказаться на мне. Другая ментальность, другой страны. Диктатор у власти почти 20 лет, народу он кажется меньше из бед. Спасибо за то, что хоть не людоед. В одной африканской стране и выборы есть, но выбора нет. И тут появляются факты на свет, что может быть все-таки он людоед. В одной африканской стране ТВ и газет в позорной возне поют, что диктуется звоном монет, и альтернативы нет. В одной африканской стране чистые души гибнут в огне, а у виноватых совести нет признаться в своей вине. Думать об этом спокойней вдвойне, другая ментальность, другой континент. Ведь это не может сказаться на мне. Все это там, в африканской стране. Let's go.